По итогам постоянных профилактических рейдов, которые проводятся с сотрудниками администрации городского округа Щелково совместно с РЖД и представителями административно-пассажирской инспекции Подмосковья, на железнодорожной станции Загорянская состоялась важная встреча. На ней обсудили предстоящую реконструкцию пешеходного перехода через пути рядом с платформой. Дело в том, что существующий на сегодняшний день переход через железную дорогу не соответствует всем необходимым нормам и требованиям по безопасности. Этот пешеходный переход у нас и транзитный, является доступом к пассажирской платформе. К сожалению, на данный момент времени он уже не соответствует требованиям, он относится к первой категории. С 2014 года у нас новые требования. Строительство пешеходного перехода запланировано на 2022-2023 год. Строительство будет по инвестиционной программе РЖД по профилактике травматизма. На данном пешеходном переходе планируется установка светозвуковой сигнализации. Будет произведена полная замена настила и появятся ограждения для максимального удобства и безопасности граждан. Также предусмотрено строительство 300 метров ограждения от платформы до переезда для того, чтобы исключить возможность спрыгивания с платформы. Сотрудники административно-пассажирской инспекции и волонтеры также вручили гражданам бюллетени с правилами безопасности дорожного движения и раздали средства индивидуальной защиты. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.